чтобы готовиться к приезду гостей. Сейчас уже они подъезжают, я успела все сделать, а именно маникюр, макияж и вот такую вот объемную укладку, которая мне лично очень нравится. И хочу с вами поделиться всем процессом. Если вам интересно, то я буду очень-очень рада вниманию. Итак, маникюр я хочу делать с помощью вот такого набора для новичка, который мне привез курьер. Он очень-очень недорогой. Здесь полный комплект необходимых для маникюра компонентов, для именно таких вот, знаете, экономных домашних девушек, которые любят все сами делать, там они расслабляются в салоне за доплату, мне кажется, отличный вариант. Во-первых, это вот такие вот трафареты для ноготков. Это, по сути, наклеечки для того, чтобы лаком создавать разные узоры, если вы не умеете рисовать. Набор декоративных акриловых красок, включая какую-то классику, там черный, белый, серый и яркие цвета. Кубик для полировать, видимо, ногти, придавать им форму. Средства для обезжиривания ногтей. Набор апельсиновых палочек. Собственно, сами гель-лаки. Открываем, что у нас здесь. Праймер люкс для ногтей. Дальше основа для гель-лака. Кстати, везде наклеечки, где по-русски написано. Не надо там глаза ломать. Масло для кутикулы, гель-лак кошачий глаз черно-серый, гель-лак малиновый сок, я так понимаю, что он будет яркий, да, видите, очень. И закрепитель для гель-лака, то есть, по сути, у меня из цветных гель-лаков вот такая вот парочка, темный и яркий. Также вот такие вот кисточки для дизайна. И главный гвоздь программы, все, коробка у меня остается пустая, это ультрафиолетовая лампа. Из кнопок управления здесь включение-выключение и таймер на 2 минутки. Итак, первым делом мы обезжириваем ноготки средством для обезжиривания. У меня в наборчике был бескислотный праймер для того, чтобы гель-лак лучше держался. И дальше подождем, пока праймер высохнет. Наносим основу для гель-лака. Мне кажется, можно использовать как самостоятельный продукт, чтобы добиться эффекта таких глянцевых, ухоженных ногтей. Сама основа достаточно вязкая, такая вот густая, поэтому очень понемножку набираем, чтобы не запороть все старания многочасовые. Нанесла на все ноготочки и отправляю в лампу. Дальше наносим сам цветной гель-лак. У меня оттенок малиновый сок. Сейчас просто операция И. Я, когда крашу руки, у меня трясется все. Не только там пальцы, а просто как у алкоголика со стажем. Или не знаю, какие еще болезни есть с такими симптомами. Но, в общем, нанести аккуратно — это какой-то подвиг. Так как у меня ноготки достаточно широкие, мне некрасиво прокрашивать прям их до самых крайних сторон, то есть полностью всю ширину. Поэтому я с боков оставляю буквально по 1 миллиметру. И так визуально их корректирую, они смотрятся более такими женственными, тоненькими и изящными. Вот я нанесла первый слой, думаю, даже не буду делать второй, потому что мне очень нравится результат. И вот этот лак содержит в себе очень мелкий красивый шиммер, поэтому ногти выглядят прям сильно глянцевыми, такими трехмерно, не знаю, объемными. Отправляю их сушиться в лампу. Я уже нанесла гель-лак на обе ручки и просушила ноготки в лампе. Теперь я хочу сделать дизайн двух вот этих безымянных пальчиков другим лаком. Поэтому возьму наклеечку, которая также была в наборе, есть там несколько вариантов. Я выбрала вот такой и наклею на безымянный пальчик для того, чтобы сверху, как через трафарет, красить другим оттенком. Наклеиваю наклейку на ноготь, обязательно кончики прорабатываю, чтобы лак не затекал по ним. И сверху крашу контрастным лаком. В данном случае у меня в наборе был черно-серый кошачий глаз. Я хочу сделать посреди ногтя такую одну полосочку. Отправляю пальчик в лампу.
Осталось нанести закрепитель гель-лака. Снимаем липкий слой средством для обезжиривания ноготков. И самый последний этап – это смазывание кутикулы специальным маслом. Вот такие ноготочки у меня получились, очень мне нравится, выглядит празднично, ярко и ухоженно. Первым делом я наношу корректор на свои покраснения, потому что тональная основа далеко не всегда их может перекрыть. И влажным бьюти-блендером начинаю втирать. Следующим этапом я наношу тональную основу. Выбираю каждое утро новую, комбинирую в зависимости от того, как выглядит моя кожа и какого результата я хочу добиться. В данном случае у меня основа от Oriflame The One и Lancome Taint Idol Ultra 24 часа. Она классная, стойкая, но со временем темнеет. Они как-то друг друга компенсируют, результат мне нравится. Прорисовываю бровки своим карандашом от Faberlic для блондинок. Наношу базу по тени, у меня вот такой пробник от Urban Decay. Буду наносить тени из своей новенькой палеточки от Dior. Первым делом вот такой самый светлый оттенок на все подвижное веко и под бровь. Радует то, что он матовый и не добавляет ненужного блеска. Теперь нам нужно в складку нанести какой-нибудь нюдовый коричневатый оттенок. Тоже возьму из этой палеточки вот такой средний цвет, который третий, если считать, от базы. Я даже наношу чуть-чуть выше своей естественной складки, потому что это визуально увеличивает глаза. Делает их более такими распахнутыми. Обязательно наношу оттенок на нижнее веко, иначе глаза смотрятся приплюснутыми снизу. А когда есть легкая тень из таких средней интенсивности оттенков, то визуально глаза расширяются не только сверху, но и снизу. Чуть-чуть интенсивнее, более темным оттенком выделяю самый уголок. Я рисую стрелки, у меня карандаш стойкий от L'Etoile темно-синего оттенка, потому что я буду в этом платье, и мне кажется, темно-синий очень перекликается с моим нарядом. Стрелку я рисую не от уголка глаза, потому что у меня глаза круглые, и вот этот изгиб стрелки, он будет подчеркивать только то, что глазки маленькие, бусинки. Поэтому стараюсь рисовать так, чтобы визуально их вытягивать, то есть от самой высокой точки и к виску. Как видите, абсолютно симметричные стрелки – это вообще не моя стихия, но мне кажется, в маленьких несовершенствах есть своя прелесть. Наношу бронзер под скулу, у меня вот такой вот от Essence для блондинок, мой вечно поюзанный старикашка, но он на самом деле неплохо справляется со своей задачей давать тень там, где ее нет. Также я чуть-чуть выделю боковые стороны лица. И обязательно двойной-тройной подбородок, тут уж как кому повезло. Следующим делом вот такие румяна, у меня кораллово-розовые от Catrice. Хайлайтер от MAC Light Scapade. Тоже для ресниц у меня вот такая от L'Oréal Feline. И обязательно прокрашиваю нижние реснички. У нас остались губы. Я рисую карандашом от Faberlic Contour. У меня в оттенке 43-28. Ой, я совсем забыла. В общем, я и закрашиваю серединку, хотя планировала помадовым краем использовать, но, видимо, не судьба. Мне карандаш для губ нравится тем, что он дает эффект матовой помады. Его достаточно легко
прорисовать буквально точечно, слегка за контурами, увеличивая визуально губы. Ну вот, собственно, и все. Осталось привести в порядок волосы. Что касается волос, я сегодня решила поэкспериментировать и попробовать сделать укладку с накладными прядями. Раньше я к ним относилась, мягко говоря, не очень положительно, но с тех пор, как начала смотреть шоу с Александром Роговым «Успеть за 24 часа», я уже там, не знаю, половину выпусков пересмотрела, наверное, в интернете, да, в записи. Они там делают просто из, ну, среднестатистических серых мышек, реально вообще голливудских красоток, очень часто используют накладные челки, накладные пряди. Как раз сегодня у меня особый случай, поэтому как никогда раньше мне интересно как-то попытаться увеличить густоту, длину волос и посмотреть, как же отреагируют гости. Сразу скажу, что вот этот наборчик мне достался на обзор, когда я искала магазин. В общем, выбирала прядки себе, и они узнали, что я блогер, они мне предложили его предоставить бесплатно. Поэтому я, естественно, согласилась. Они отправляют волосы буквально по всей России почтой. Помогли мне подобрать оттенок. Сейчас я вам покажу, какой. По фотографиям, и получилось очень удачно. Вот смотрите, такие волосы, напоминающие как раз русые с мелированными. И у меня точно такой же оттенок. Мне кажется, это отличное попадание. Может быть, на пару тонов светлее, но с учетом того, что в целом я стремлюсь к эффекту выгоревших волос, это мне только на руку. Также они сказали, что по кодовому слову, которое я придумала сама, будет подписчикам скидка. Я думаю, пускай это слово будет моим ником. И продублирую его внизу. Что мы видим в наборе? В наборе, видите, несколько вариантов прядей на заколках. Причем здесь есть силиконовые прослойки для того, чтобы они не скользили. Потому что представьте себе неловкую ситуацию, когда волосы плохо закрепляются, и в самый ответственный момент у вас с головы просто половина парика падает на пол. Вот. И потом, я не знаю, что надо рассказывать, что вы не лысеете, или что вы вообще в остальном-то все натурально, поэтому очень, конечно, важно, чтобы это все плотно крепилось. А здесь, видите, каждая прядь содержит несколько заколочек, и это, ну, хорошо, потому что равномерно распределяется вес, поэтому должно все очень плотно держаться. Есть вот такие вот прядки, которые буквально пол головы вам закроют, и так называемые височные пряди, которые, ну, практически единичны, их нужно крепить вот где-то ближе к лицу. Первым делом я планирую расчесаться, не поверите, но я как раз помыла волосы, и они у меня взлохмачены. Я повернусь к вам спиной для того, чтобы вы видели весь процесс, и первая прядь начинает крепиться от нижнего участка головы. Далее мы опускаем второй слой родных волос и также крепим на него следующую прядь. Не знаю, заметно ли вам, но количество волос, конечно, впечатляет. Очень сильно прибавилось. И не видите, перемешались с моими, совершенно незаметно, то, что у меня тут есть маленький секретик. Но это еще не все, я еще хочу добавить височные пряди, потому что вот здесь вот у меня, ну, не залысины, конечно, но явно нехватка объема. Кстати, в наборе очень много прядей, и не обязательно прям всех на себя лепить, то есть можно варьировать ситуацию. Ну вот я тоже посмотрю, чтобы прям с порога не сразить гостей обилием вновь отросшего богатства. Опа! Красота. Все, там такой гребешок и заколка, поэтому очень она крепко цепляется, вниз точно не съедет, потому что упирается в корни волос. Посмотрите, сколько волос у меня прибавилось. Посмотрите, как они визуально гуще стали. И кроме вас, никто не знает правды, даже Серега. В общем, не знаю, как вам, а я себе очень-очень нравлюсь. И для завершения образа я возьму свой браслетик Пандора.
Мне кажется, он сюда отлично подходит. Вот и все, что я вам хотела показать. Очень надеюсь, что вам было интересно. Жду ваши комментарии. С удовольствием все почитаю, как вам кажется, есть ли у меня прогресс в макияже, ну и вообще в каких-нибудь других сферах. Так что всем спасибо за внимание, всех целую. Всем пока.